Никто не забыт, ничто не забыто. В день памяти и скорби в Махачкале прошла церемония возложения цветов к памятнику воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола. Участие в акции принял премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. 10 месяцев и еще 18 дней. Почти в память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания участники возложили цветы и на аллею героев России и Советского Союза. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, ознаменовав начало самой кровопролитной войны в истории человечества.